И таких историй в Калинтара тысячи. Как и моя история, одна из тысяч мира Калинтара. В моем доме запрещали даже говорить слово «еврейка», потому что боялись. С детских лет я любила создавать красоту, но главную красоту мне предстояло лишь узнать благодаря Калинтара, красоту еврейской жизни и заповедей Торы. До Калинтара я совсем ничего не знала. Я жила обычной жизнью и всегда чувствовала, что мне внутри чего-то не хватает. Когда я сижу с моими детьми вокруг субботнего стола, я вспоминаю тот момент, когда впервые о нем узнала. Мы почувствовали, что мы полноценная семья. Почувствовали свет субботы, и я видела, как это влияет на мою семью. Тысячи женщин по всему СНГ и Европе ежедневно посещают Калинтара. Ежедневно наполняют и меняют свою жизнь и жизнь своей семьи. Когда наша еврейская община организовала поездку в концлагеря, я дал себе слово защищать каждого еврея. Когда я пришел на свой первый урок в Калинтара, я дал себе слово оставаться евреем, что бы в моей жизни ни происходило. Создать еврейский дом и еврейскую семью. И помогать каждому еврею. И таких историй в Калинтара тысячи. Благодаря вашей помощи в прошлом году мы росли и процветали. Поддержите нас и в этом году для процветания нашей еврейской общины. 5-6 июня, 22-23 Сиван. 30 часов для того, чтобы поддержать нас. Каждый ваш доллар умножается